Здравствуйте, джентльмен. Здравствуйте, мои родные. Что-то вы плохо выглядите. Ребята, вы слишком много курите. С такой отдышкой вам не пробежать и 100 ярдов. Запомните, курение вредно для здоровья. Вдох и выдох, Чарльз. Постарайся не выкашлять свои легкие. Справлюсь. Просто представь, что наверху тебя ждут сигареты. Колумб Америку открыл, великий был моряк. Я не могу найти номер, и пиздец, как хочу курить. Но заодно он научил весь мир курить табак. И помощник наверняка не потерял бы мои сигареты. А трубки мира у костра раскуренной с вождем. В сувенирном продают сигареты? Наверняка. Вперед! Привычка вредная пошла в масштабе мировом. Пачку сигарет, пожалуйста. Мне сигареты, пожалуйста. Слышишь? Ау! Я курить хочу. Минздрав предупреждает. Курение — это яд. Конечно, сэр. Как скажете. Да. Иди к папочке. Минздрав предупреждает. Минздрав предупреждает. О, Колумб! О, Колумб! О, Колумб! О, Колумб! Ни в чем не виноват. Что? Нет. Нет, не надо. Сегодня и так херовый день, и ты делаешь его еще хуже. Для счастья нужно совсем немного. Пачку сигарет в кармане. О, да. Что? Нет. Давай работай нормально, говна кусок. Колумб, который Христофор не ведал, что творил. Долбанное старье. Отдай их мне. Дай мне сигареты. Ах ты. Ну все. Я сейчас схожу за механиком, и уж тогда мы тебя расхерачим. Немало утекло с тех пор дым сизый наших сил. Чарли думает, но больше похоже на истерику. Нам слаще аромата роз, табачный перегар. Красавицы мои. Слава богу. Дождался. Это лучшая сигарета в моей жизни. Так как же так? Минздрав предупреждает. Курение — это яд. Минздрав предупреждает. Минздрав предупреждает. А Колумб! А Колумб! А Колумб! Ни в чем не виноват. Я лично бросил, не курю. Я бодрый, полон сил. Подожди-ка. Я с ней уже попрощался. Родной Минздрав, благодарю, что он предупредил. Курить будешь, друг? Да. Курильщик, извини меня за грустный каламбур. Куренью с нынешнего дня объявим перекур. Хотя знаете, я бросил. Куренье — это яд. Минздрав предупреждает. А Колумб! А Колумб! А Колумб! А Колумб! А Колумб! Ни в чем не виноват.